фильм для нас не просто пленка, это не просто мелькающие тени. Это живые судьбы, это конкретные люди, это конкретные обстоятельства. Этот фильм как-то вплелся в реальность в нашей жизни и стал для нас больше, чем фильм. Это стал определенной частью жизни, это стало определенной частью жизни, прекрасной частью жизни, когда каждый из нас по-своему изменился.